Гойда. Гойда. Ням-ням-ням-ням-ням. Гойда. У нас такая качелька получилась. Мы Ане прикупили манеж. Это папе дали такую тачечку. Удобненькую, кстати. Чтобы он довез его домой. Ты ее сам не двинешь, она очень тяжелая. Кирюня помогает. Наша электричка через 10 минут. Чего? Сегодня мы с детьми, я, вернее, одна, едем в Мюнстер встречаться с Катей и Варей. Мы пойдем в детскую комнату, и где малые могут поиграться. Где-то это в центре. Наше дело добраться до Мюнстера. До дома и до Мюнстера. Да. Там нас девчонки встретят и проводят. Мы в детской комнате. Это спуск в комнату. Ну вон деревянный шарик. Я бы сама здесь потерялась. Ходишь с открытым ртом, все хочется, это, блин, какое-то издевательство над ребенком. Варя, возьми деревянный шарик. Где он? Спаси! Не, ну это серьезно. Смотри, там вон полицейская станция, там домик уходный, и там еще стол. Можно? Давай, жми. Нажимай, Кирюнь. Глазики? Глазики? А где носик у Ляли? Глазики. Реснички закрываются, открываются. Глазки?